новые факты об Иване Грозном, погнали. Первое. Современные исследования нашли в останках царя следы ртути и мышьяка. Возможно, его год за годом травили этими опасными веществами, имеющими свойство накапливаться в организме. К тому же они вызывают слабоумие и другие психические отклонения, а с возрастом царь, как известно, все чаще и чаще вел себя странно. Второе. Он внес существенный вклад в просвещение России. С помощью датских печатников Иван IV основал первое московское издательство в России. Кроме того, согласно его указу, по всей стране начали строиться и открываться церковные школы, в которых дети из малоимущих семей могли бесплатно учиться грамоте. Кстати, Иван Грозный стал первым русским правителем, помазанным на царствование церкви. Третье. В 1571 году Иван IV Грозный перенес свою столицу в Великий Новгород, в котором на месте Ярославова дворища был построен дворец площадью 14,5 гектара, а также проведены масштабные работы по благоустройству города. В Новгород были перевезены казна, царская семья, все госслужбы. А еще больше интересных фактов вы найдете на моем бусте, ссылка в закрепленном комментарии.